В Люберцах прошел открытый турнир по баскетболу на призы российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». За выход в финал состязались 40 команд. С подробностями Богдан Колесников. Спортивный манеж объединил баскетболистов со всего региона. За звание чемпиона боролись лучшие команды из «Электростали», «Фрязино», «Дзержинского» и других округов Подмосковья. Чтобы попасть в финал, игроки бились за каждый мяч. Мне 12 лет. Я приехал из города Лыткарино впервые на этом турнире. В своей команде я принес 5 очков. Ну, я рад, что я вообще здесь, что я помогаю своей команде добиваться успеха. Я доволен своей командой, они очень хорошо играют. В матче одновременно принимали участие по 3 спортсмена. Игра велась на одно кольцо. Формат для баскетбола не новый. Такие турниры проводят по всему миру больше 10 лет. У нас детишки разных возрастов, и мы стараемся прививать им очень большую любовь к баскетболу, чтобы младшее поколение смотрело на старших. Сейчас дети у нас останутся смотреть, как будут играть взрослые ребята, смогут оценить их уровень и, наверное, чего-то у них перенять немножко, да, чтобы тоже потом можно было воплотить это все в реале на баскетбольной площадке. Мы сегодня приехали, чтобы доказать свое мастерство, не подвести тренеров и выиграть эту игру. Конечно, я жду от турнира победы. Я уверен, что мы выиграем. Круто играли. Выиграли всех. Мы старались победить. Если бы не тренер, мы бы не выиграли. Чтобы еще много таких турниров было, чтобы мы выигрывали чаще. Турнир на призы РФСО «Спартак» объединил более 200 спортсменов. Следующие такие соревнования проведут в январе. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение.